Вот! Вот они! Вот они! Давай! Получайте! Дуэлист, ЦПБ! Бежать, лови! Получай! Оп, оп! Держи, держи! Вот так! Вот, вот так вот! Тьфу, давай! Тьфу! БЦВ! А, что? Ай, ну что ты путаешь? Забыл уже совсем, как пользоваться дзюдо или что? И вообще, где твои иглы? Я что, тебе их зря дал? Так я ж не потратил! В смысле потратил? У тебя на зубах какие-то странные штуки. Ладно, неважно. Знаешь что, мне тяжело это все дается. Хоть я и с тобой уже очень долго, мы многое прошли, но что-то не то. Да, я думал, ты одаренный вначале, но сейчас как-то все не так идет. Возьми денег. Да, что? С тобой купим что-нибудь. Тут неподалеку есть деревня одна из самых больших. Наконец-то мы пришли в ту деревню, откуда я родом. О, нифига себе. Прям такая, в которой жил когда-то я? Нет, она явно будет побольше, помогущественнее. И, в принципе, от размеров, я думаю, ты будешь в шоке. Окей, тогда я готов так. Опа! Фух, я устал и хочу кушать. Да пошли, пошли, там я тебя накормлю вкуснейшим раменом. Там такое готовят, ты будешь просто в шоке. Ого, я ел только доширак. Ну, думаю, рамен звучит тоже неплохо. Пойдем. Иди сюда! Что ты делаешь? Тараканов. Что? Что ты сказал? Что? Говорю, коровы, странные существа. Что? Но ты же сказал про тараканов. Слушайте, голова уже едет, видимо, с этой борьбой. Ладно, просто пойдем. Да, пошли. Ух ты! О, мы пришли, наконец-то! Так, Райм, подожди. Ты же понимаешь, что я тебя сюда привел не просто так. Ты будешь обучаться со всеми, как и мои ученики. Да, что? Вот так вот. У меня есть ученики. Я думал, мы сюда пришли для того, чтобы поесть рамена. Ну и это тоже, но на перемене. Окей. Стоп, что? Ты хочешь отдать меня в школу? Ну, да. Что еще? Ты же вообще не кудышный. Просто ты что-то научился. Что мы там будем делать? Биологию, изучать математику? И как мне это поможет быть ниндзя? Нет, у вас простых людей какие-то странные школы. Мы здесь не занимаемся бесполезной штукой. Мы изучаем дзюцу. Что? А, я понял. Хм. И тогда, возможно, у меня будет достаточно сил для того, чтобы найти тех людей, которые зажгли мою деревню. Да, и сделать им настоящую дзюцу Зейксе. Да, чтобы это не значило, но звучит круто! А! Я не попал. Влад, смотрите, он пришел, бежим что? К нему. Что, Влад, тебя знают здесь? Да, он же такой популярный и такой крутой. Неужели он вернулся, наконец-то? Мы дождались. Я думал, он обычный бомж, который решил мне помочь. Что? Ладно, да. Ладно, я шучу. Я же научил тебя ходить по воде, это же вообще самое сложное джитсу, как оказалось. Да, конечно. Как ты смеешь говорить такое про нашего учителя, а? Ты что, офигел? Так, да ты что дерешься, получай, тихо, получай! Тихо, 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 разошлись! Так вот, разошлись! Каждого сейчас в бревно превращу! Эй, ты, желтый, ты вообще... Ой, что? Как ты забрался сюда? Я ниндзя будущий. Понятно. Слушай, я очень хочу есть. И, может быть, сходим, поедим вот этого доширака? Да, конечно, мы можем... Подожди. Какой нахрен доширак? Нашего величайшего гуру готовки, я не знаю, как его зовут. Держи, пробуй, извиняйся перед ним сейчас же. Ладно, рамен, Прости, извини, забыл? О, вкусно. Хочу еще. Извиняйся. А, мое. Ой, ай, за что? Получай! Вот так вот, вот так вот. Куда ты лезешь? А, я вижу, что ты бревно. Ты ведешь себя как клоун. А, эй! Ладно, так... Справедливо. И чему же мы будем учиться? Сегодня мы будем учиться фаерболом! Я это... Ладно, неважно, просто неважно. Пойдемте. Так, вот, можете пока смотреться. Это дом моего злейшего... Это... Ну, заброшенный дом, да. Что? И можно пулять в него фаерболы? Конечно, можно, но надо сначала научиться. Но так как ты знаешь... Стой, ты их знаешь, ты не будешь их использовать. Сейчас будут изучать... Нет! Да ты опять напутал! Ну что ты делаешь? Смотрите, вот... Чему он научился, путешествуя со мной? Конечно, глупый, дурачок, не то использует, но хотя бы умеет. Учитесь. Выглядит познавательно. Да, я тоже так думаю. Так, первым у нас будет пробовать Ёж, мой любимый ученик. Давай, фаербольчик, пусти разочек. Фаербол не получилось. Ну ты какой скромнёшечку, я не могу. Ну ничего, в следующий раз у тебя все получится, не переживай. Так, Ева, давай, да, самая перспективная в нашей команде, вперед.
Слушай, тоже неплохо, тоже неплохо. Будешь ходить по воде, это круто, это классно. Отлично. Что? Это самое сложное. Теперь мандаринчик, мой еще один любимчик. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай, пробуй, пускай фаербол. Ты у нас вроде здоровский, вроде тоже у тебя получается неплохо все. Давай, стреляй в этот дом. Да, получится, и лучше, чем у тебя, понял ты? Да за что, получай монету. Спасибо. Нифига ты его огреб. Да, вот так ему. Огненный шар. Только ты загорелся. Неважно, у меня хотя бы получилось. А не земляная стена, как у тебя, понял? Тихо, разошлись. Ну тихо, перестать, Райм. Еще раз я увижу фаербол не в этот дом, ты получишь выговор, понял? Ладно, хорошо. А ты, мандарин, еще раз ты ему предъявишь за стену. Ты ее вообще делать не умеешь, понял? Ушел. Я ему еще докажу, что я лучший. Запомните мои слова, запомните. Блин, я только сейчас понял, это же дом моего папы. А, так, неважно, уходим, пойдемте в следующее здание. Хорошо, так, окей, и что мы будем делать? Так, а сейчас мы будем вам подбирать ваши костюмы, потому что вы бегаете голые, да и без костюмов. Не канон, не канон, да. Уже темно, может мы пойдем все-таки поспим? Я устал с дороги и вообще. Ниндзя не спят, ты что, совсем больной, а? Тебя что, не учили? А, стоять, тебе подождите. Тебе еще монет дать, а? Ого. Я тебе еще говядиной пощечину дам, понял? Да, какой-то он у вас странный. Выйдите из моего дома! Ладно, ты сам нас сюда привел. Я вас не привел, я зашел переодеться, сейчас выйду. Ладно, давайте хотя бы немножечко познакомимся, потому что я вас вообще не знаю. Как вы здесь оказались? Я самый сильный шиноби этой деревни. И буду сильнее тебя во много раз, понял меня? Ладно, окей, а ты? Я живу здесь с рождения, и всю жизнь меня учили быть ниндзя, поэтому у меня нет другого выбора, я должна всему научиться. Ого, а я учусь этому где-то месяц. Ну что ж, что это? Пау! Здравствуйте! Кто это был? Да. Новый костюмчик на мне. Надеюсь, то же сидит самое. Шикарно. А? Он что? Же не отличается никак. Вы? Учитель, у вас такой классный плащ, сногсшибательный костюм. Вот, вот. Даже он заметил, что пиксель снизу поменялся. Вы будете дисквалифицированы. Ладно, идем дальше. А, подождите, магазин одежды, идем. У меня есть 9 монет. Мандарин забрал. Проходите, проходите. В сундуках лежит ваша одежда, берите. Что? Что? В смысле? Как это понимать? Я думал, нам дадут какую-то крутую одежду. Это очень крутая одежда. Сейчас я вам покажу, на что она способна. На что же? Так, полетели. Вот так вот. И опа! Ха, ну что, мандарин, у тебя так не получается? Получается! Поешь земли. Ай, ладно, хорошо, видимо, получается. Жду вас на голове первого Каги. Что? И кто из них ну, первый вот Каги? Он, я прыгаю. А, все, я понял, так... Тяжело, очень тяжело. Ладно, просто поднимусь по лестнице. Это... Я поднимусь впервые! Это непросто. Да иди ты в жопу отсюда, я первый! Я первый! Я первый! Нет, я первый, так, иди отсюда, вот так вот, вот так вот. Фух, устал. Я первый, первый! Я почти добрался! Нет! Я первый! Наконец-то, сколько вас можно ждать? Еще раз я буду так всех задерживать? Так же долго. Будете минус баллы вам, вот. Так! Все равно первее. Выстраиваемся все в линию сейчас. Что мы будем делать? Какие-нибудь новые техники, да, я угадал? Нет-нет, сейчас я вам покажу... Торт убрали. Съел уже. Сейчас я вам покажу преимущество вашей брони. Ого. Ёж, продемонстрируй. Сейчас ты должен спрыгнуть вот на то дерево. Что? Ничего себе. Видимо, на нее наложены пошёл! Какие-то печати. Ёж, давай, мы в тебя Рим. Вот, глупый, ну ничего. Пришло время выдать настоящие костюмы. В смысле? Встаем в ряд. Все хорошо. Это тренировка, он станет сильным, закаленным. Все хорошо. Он умер! Это был клон? Да. Отойдите, отойдите. Райм первый получает одежду. Так, подходите. Нет, я прыгать не буду. Почему? Нет! Никто больше не будет прыгать. Я ж пошутил. Иди сюда. Отличная Райм. Шутка. Какая же одежда. О. Вот. Ух ты, прикольно, теперь я похож на строителя. Да, потому что каждый должен выглядеть индивидуально. Ты аниме-мультик-персонаж, так же, как и мандарин. Держи, ты у нас будешь вот таким. О, тебе идет, но не так, да. Конечно, круто, как мне, но... А тебе нет. Держи еще денег. Вы вдвоем хорошо смотритесь, я думаю, вы подружитесь. Я тоже так думаю. Ну, это выглядит стильно. Да, неплохо. Неплохо. О! Ёж, живой! О, да, я... так я и думал. Ёж, держи, это тебе.
тебе подойдет. Что? У него же такая же, как и у меня. Нет, абсолютно другая. Ну да. Ладно, тогда что мы делаем дальше? В следующем уроке мы будем изучать холодное оружие. Так как Райм потерял абсолютно все иголки, которые очень ценные, мы будем с вами учиться их использовать правильно. Угу, а теперь пошли отсюда все! Пошли! Ай, было больно, кажется, сломал себе ногу. И где нам встречаться? Мост! О, кажется, нам сюда. Идите где все. Он? Давайте скорее. Что? Вот он. Ну сколько вас ждать-то можно, вы чё? Ты же сказал, у моста! Вода, есть вопросы? Ну да, конечно. Ладно, и что мы сейчас будем делать? Слышь ты, как ты можешь задавать такие тупые вопросы моему учителю, а? Тебе это врезать, а? Это не только твой учитель. Ну посмотрим, скоро тебя отсюда выкинут, и я останусь один. Ну да, конечно. О, это еда, это мне. Спасибо огромное. Так, ну и где мои иглы? А, иглы, вот ты как придумал. Сейчас я тебе дам твое оружие, которое ты заслужил. Звучит не очень-таки и дружелюбно. Посмотрим, так, и что же мне достанется? Поздравляю! Это величайший деревянный бокен, которым тренировался первый Хокаге, так что гордись. Это же просто игрушка! Да, это древний, просто старющий палка. Получай! Хватит восстанавливать чакру. Реально, тут запрещено. Учитель. Ау, да. А вот это что, это в фонтане? А, это пожертвование, да. Это, знаешь, фонтан кидают денежку, вот бывает. Мне кажется, что это... Отдай! Ладно, никаких вопросов, я понял. Так, Ева, подходи, держи, значит, стак кунаев, так же, как и мандарин. А тебе, мой любимый ежичек, держи гунбай, так сказать, на уступочки пойдем, на уступочки. Ну, что хотите, у него миллиардеры родители. Ага, поэтому ты сжег дом его отца. Я сжег дом? Ха-ха, ты уверен? А может это ты его сжег, слушай, а бобус? Ты ничего не докажешь, судя по ясно. Вы никто ничего не докажешь. Прежде чем вы начнете драку, вы должны разбиться по командам. Ева будет с ежом, охраняй моего лапочку любимого. Так, а теперь Райм, выбирай, с кем ты будешь. Даже не знаю, у меня такой большой выбор. Как отлично, что вы сладились. Все, вперед! Я тебя убью, понял, слабак, блин. Да что, это просто тренировка, почему ты такой злой? Что я тебе сделал? Я стану самым лучшим шиноби в этой деревне! Это было больно, ей не спорю так. Я тебе мокрого места не оставлю, понял? Иди сюда! Получай! Нечестно! Отдай сюда! Опа, стоп! Бой, стоп, все! Мандарин выронил свое оружие, значит, автоматом Райму зачисливаю я победу. Сенсей, да нечестно! Он намазал мои кунаи маслом! Что? Они были скользкие! Я ничего не мазал! Правда? Это бред! Нет, посмотрите! Да, ты масло! Ну-ка, мандарин, ты, по-моему, обманываешь. Не смей, еще раз я услышу, что ты врешь, ты будешь отчислен. Понятно. А Райм, тебя я поздравляю. Так как ты победил, ты достоин носить повязку нашей деревни. Ого. Так же, как и Ёж. О, привет, ты наконец-то пришел. Иди сюда скорее, мой любименький. Прикольно. Держи. Я понимаю, что ты не выиграл, но ты все равно достоин этой повязки. Так же, как и Ева, потому что она молодцом избила ежа. Мандарин, может быть, все-таки мы тоже дадим. Как-то это некрасиво. Некрасиво он не заслужил пока. Когда он покажет, на что он способен, только тогда он будет достоин этой повязки. Огненный шар! Ну, убирай теперь что. Мандарин, слушай, если хочешь, я могу поделиться с тобой своей повязкой. Че? Да пошел ты в жопу! Мне не нужны твои подачки! Я стану сильнее! Сильнее! Ладно. Сейчас мы тушим этот пожар и можем отдыхать. Так что в ваших же интересах быстрее убить его, конечно. Так, тушим. Тушите. Так, водяное дзюцу, так, опа. А, чакра закончилась. Срочно нужно восстановить ее. Фух, все, мы его потушили, теперь мы наконец-то можем отдыхать. Как раз уже темнеет. В общем, разбегайтесь по домам. Еще раз я это учу и получите. Разбегайте по домам и отдыхайте. Я тоже спать, всем пока. Давайте, а вы все еще деретесь? Он первый начал. Неправда. Это ты. Кажется, этот дом не занят. Можно здесь и переночевать. Да. Завтра утром меня ждут новые приключения. А пока что надо ложиться спать. А! Что это? А, дом горит? Эй!
там люди? Что тут происходит? Тайм, кажется, кто-то поджег деревню. Все полыхает огнем. Мой дом сгорел. Новый дом ежа, он тоже разрушен. А что? Я не знаю, что делать. Что здесь происходит? Почему все в огне? Так, что у вас тут случилось? Вы чего? Я же сказал не использовать джитсу без разрешения. Кто это сделал? Учитель, я, кажется, знаю, кто это все натворил. Это Райм. Только он владеет совершенством этой техникой. Ребята, вы же не думаете, что это я? Все указывает на то, что это правда. Мой дом сгорел. И мой дом тоже. Я не знаю, где мне теперь жить. Может, это все-таки как-то разрулить ей, потому что это сделал не я, Влад. Ты же знаешь, что я бы на такое не пошел. Ну, я не знаю. Ты новенький в этой деревне. Как-то доверять тебе глупо. А мандарин тут живет всю свою жизнь. Зачем ему это делать? Это моя любимая деревня. А вот ты приживал, понял? Кто я? Ты все натворил. Ты пришел, ты сюда пришел и... Все пошло наперекосяк, все из-за тебя. Учитель, я голосую, чтобы выгнать этого Райма из деревни вообще нафиг. Я тоже голосую за то, чтобы он уходил, я его как-то боюсь. Что? Ева! Знаете, мне тоже страшно находиться с ним в одной деревне. До момента, пока он не пришел сюда, все было отлично. Мне кажется, мандарин прав. Ладно, так уж и быть, забирайте. Мне это не нужно, я ухожу. Но знаете что, это сделал не я. Но кто же мог это сделать? Мандарин вряд ли владеет настолько хорошо этой техникой. Хотя, знаете что, может быть, проверить? Так, прежде чем я уйду, я бы хотел поговорить с Владом. Со мной? Я еще сам не... Сейчас, я поговорю с ним, может быть, он мне что-то отдельное расскажет. Давай, что? Влад, мне кажется, то, что меня хотят подставить, потому что я никогда бы такого не сделал. У меня есть один способ, как это можно проверить. Ну, слушай, я даже не знаю, как тебе верить, не верить. Ты вроде, мы с тобой столько прошли. И вроде не кажешься ты мне злодеем. Ну, хорошо, давай проверим, как ты хочешь. Давай. Отлично, завтра будут тренировки без Райма. О, ничего лучшего, и я не мог не придумать. Отлично. И наконец-таки я дома. А, что это? Это я. Ну что ж, хочешь меня выгнать отсюда? У тебя не выйдет. Ты чё думаешь, только ты овладел этой техникой? Да я всю ночь тренировался, чтоб как раз таки поставить тебя. И теперь тебе никто не верит. Приживал. Техника огня. Огненный шар. Что? Нет, так, ай, больно. Два сердечка. Лучше уходи по-хорошему, пока я тебя не прикончил. Конечно, вот только позову своих друзей. Пам-пам-пам, мандаринчик. Я-то не мог поверить в это, что это мог сделать ты. Учитель, это не то, что вы молчать, подумали. Молчать, я думал тебе уже повязку дать. Думал, ты хороший, справился. А ты вот чем занимаешься. Так, совет собираем, Райма возвращаем опять к нам. Его выгоняем, кто за? Давайте выгоним его отсюда. Я согласна с ежом, он все-таки мой дом сжег. Все, отлично. 2-1. Собирай манатки, убирайся отсюда, живо. Стойте, подождите, но может быть, он просто ошибся. Может, все-таки стоит дать ему второй шанс. Он так хочет стать самым лучшим учеником. И что в этом плохого? Может, он исправится? Пожалуйста. Я за это вам отдам редкий артефакт. Бокен первого Хокаге. Блин, это, конечно, все здорово. Но он же ничего не сделал. Он просто снес пол деревни. Теперь она вся в огне. Учитель, простите меня. Я немного сошел с пути. Ошибка молодости, как говорится. Простите меня. Ладно, я дам тебе неделю. Ты попутешествуешь у нас по лесу, поизучаешь что да как. Может, наберешься опыта и вернешься в деревню, ясно? Держи, этим будешь отбиваться. Ладно, ты там один явно не справишься. Отправлю с тобой Райма. Что? Вот ты за него проголосовал. Давай, будете дружиться вместе. Мирись, больше не дерись, давайте. А я пошел жрать Раймен, все, пока. Ну что ж, выбора у нас нет, поэтому пойдем. Ребята, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Райм, и мои друзья. Если бы вы хотели увидеть продолжение, то набираем 25 000 лайков. Всем удачки и всем пока-пока.